Фыр-фыр, это корпорация Global Access, с вами я, Енот, мы продолжаем играть в Ангела Подков, а мы остановились на пятом уровне. Я тут что-то подумал, короче, как хорошо, что я нашла Фрапс, ну типа, какой-то другой способ записи видео, потому что записывать камерой это было бы неудобно, во-первых, так некрасиво это смотрится, все сливается, очень много темных пятен. А в эпизоде с Анной, это просто, там надо очень быстро, там на время идет. И типа, если бы мы были с бандитом, это было бы отвратительно. А если бы мы с камерой, мы бы ничего не видели, потому что там очень светло. Так, ладно, уровень 5. Мы отвлеклись. Тайна древних руин. Благодаря Линде и Метеору мистер Герман жив и здоров. Но краски сгущаются. Кто-то хочет стереть Йорвик с лица земли, и, похоже, жутковатый мистер Сэндвич и корпорация Темные Недра как-то к этому причастны. Что происходит у Йорвики, что делать Линди и остальным девочкам, и в чем секрет Метеора? Может быть, девочки и Герман дадут подсказки, если не ответят? Тупо такой, типа, я не знаю. Начинаешь расспрашивать. А чё ты на коне? Ну ладно. Ходим на Метеоре. Привет, Линда. Для занятия уже поздновато, нет? Смотрите мне. Герман, прячься, твоя жизнь в опасности. Сюда едут головорезы мистера Сэндвича. Что за чепуха? Что ты несешь, Лиза? Ой, Линда. Некогда объяснять, поверь, ты в опасности, надо срочно спрятаться. Ладно, ладно, только успокойся. Пойдем в конюшню, закроем дверь, если тебе от этого легче. И все-таки объясни, что творится. И что такое? Кто-то у ворот? Лиза, ебать, это что сейчас было? Я все-таки успела, машина Сэндвича уже почти здесь. Хорошо, девочки, пойдете в конюшню, и там вы все расскажете. Типа, он прям... А кони где? Кони где мои? Почему они на улице остались? В ВТФ. В смысле, типа... Подождите около конюшни, они нас не найдут. Встали около конюшни. Бандиты такие там сейчас ходят, такие... куда спрятался этот мистер Герман? О! Конис. Ну вот, теперь нам никто не страшен. Я закрыл дверь. То, что нам... Что там за история с головорезами мистера Сэндвича? Трудно объяснить. Все очень странно. Мы каким-то образом разговариваем со своими лошадями. Линда видит таинственное предзнаменование. А я умею лечить лошадей. Когда это было? У нас такое было? Серьезно? Боже мой. Надо пересмотреть. Или... переиграть. Первый эпизод. Умею лечить лошадей. Мистер Сэндвич возглавляет какую-то банду, которая желает нам зла. Нам и Йорвику. Надо выяснить, что происходит. Да, мы кое-как нашли в особняке на сосновом. Мы кое-как нашли в особняке на сосновом горе. Что? Да, мы кое-как нашли в особняке на сосновом горе. Нашли? Кого нашли? И там был мистер Сэндвич со своими бандитами. Они говорили о бомбе и трагедии, которая произойдет в Йорке. Уже завтра? Успокойтесь, девочки. И вы правда происходят странные вещи. Я сомневаюсь, что это вредные верные знаки. Еще раз. Успокойтесь, девочки. Вы правы. Происходят странные вещи. Я сомневался. Но это верные знаки. Вы двое избранных. Двое из четырех героев-всадников судьбы. Что? О чем ты? Слушайте, пророчество о всадниках судьбы. Я никогда не верил в чудеса, но в вас есть что-то особенное. В вас и ваши друзья, Алине и Анне. Пророчество гласит, что наш островок что ваш островок летает в облаках. Так что не надо мне тут. Что наш островок скрывает древние страшные секреты. Дедушка рассказывал мне, что раз в 100 лет в Йорке происходит нечто непонятное. Теперь, когда вы все подружились, похоже, что все начинается заново. Лиза лечит раны, Линда видит будущее, а даже мистер Сэндвич показывает свою истинную натуру, темную и злую. Типа... Господи. Ебаная работа. Типа, я 70 лет ждал, когда тут наступят какие... Тут придут 4 героини, которые меня остановят, тогда лучше я начну свои злобные дела... плохие дела. А пока просто так посижу. И так, типа, каждый год.
О, черт, они меня победили. Ладно, посижу немного и еще этот. Наберу сил, ума, может быть, придумаю что-то хорошее. Пока эти четыре девочки, короче, еще ищутся. Типа через несколько лет. Сенс пока. Ой, что? О чем я говорил? А, да, то, что он тупит и ждет, когда придут четыре девочки, которые его остановят, а при этом пока этих девочек нету, он ничего не делает. Тупой злодей. Вот это да, и что же нам делать? Вы вчетвером должны выяснить, верно ли пророчество и узнать, какими силами обладает. А? Ну как, Йорк, в опасности, скоро взорвется бомба. Я думаю, вы сумеете предотвратить взрыв. Завтра уроков нет, так что утром сможете поискать подсказки о всаднике судьбы и этой бомбе, которую все время твердите перед большим турниром. Он такой, такое ощущение, что он как будто не верит в нас. Типа, что это за троечие было сейчас? О, его хвостик сзади, вау. Ты прав. Но надо разделиться. Я отправлюсь в лес к руинам, чтобы изучить таинственные символы. Лиза, вы с Анной можете поискать информацию о доме на Сосновой горе. Мне кажется, открытия еще не закончились. Арина пусть последит за мистером Сэндвичем и выяснит, что он задумал. Если узнаем что-нибудь про бомбу, звонимся. Прекрасный план. С утра и начнем. Хорошо, я попробую помочь. Чем смогу. Люди мистера Сэндвича ушли, так что я отвезу вас домой. Пора спать. Для завтрашних приключений надо быть во форме. В хорошей форме, а не просто в форме. Рано утром. А! Я бы просто не... Я бы даже не легла, если я лечь не смогла. Что? А! Ой, я пропустила, что говорила. Ладно. А вот руины. А как мы быстро только... А, да, рассвет. Давайте медленно пойдем. Там звездочка. Дайте в нем звездочки. Тут нельзя быстро бегать. А там вроде справа, слева, вход в Пандору. Да-да, я помню. Зачем нам эти звездочки? Так, давай, тут где-нибудь встанешь. А я с тебя слезу и посмотрю, что тут есть. Да? Если ехать верхом, четыре точки в центре символа светятся большим светом. А, что это было? Жестко. О, белка. Белка к нам пришла. Лина, ты одна из четырех всадников судьбы, четыре девочки, которые изменят будущее. Вас избрали охранять эту землю от зла вместе с вашими конями судьбы. Одна из вас дана сила исцеления, возвращает жизнь. Вау. Ты, Лина, способна предвидеть будущее и изменить его. И у Алины, и у Анны тоже есть свой дар, но какой они должны узнать сами. Ах ты! Типа, ну ладно, я запомню это. Но если я вижу будущее, то почему я не могу... Я не вижу, где взорвется бомба. Увидишь? Ой, надо как-то говорить красиво, это все-таки какая-то белка какая-то. Увидишь? Если хорошенько постараешься, сосредоточься. Ладно, я попробую. Тебя не смущает, что перед тобой появилась белка? Голубая белка. Из каких-то знаков, или тебя уже не удивляет ничего? Потому что тут какие-то непонятные знаки, и тут типа, бля, я слышу своего Каня. Мы думаем, я вижу бомбу, но я не вижу, где эта бомба. Ну, а вот она, внутри плотины. На втором этаже. Где-то это увидела, извините. Там было написано, я не увидела. Там эта двойка означала второй этаж. Обратный отчет уже начался. Вот видишь, молодец. Ой, вот видишь, молодец, Линда. Я отправлюсь к плотине и обрежу бомбу. Это недалеко отсюда. Так что я успею раньше всех, остальным звонить незачем. Ничего себе ты! В смысле пройден? Нет, я не оставлю так. Это, мне кажется, очень короткая серия получилась. Тупо поговорили и такой, типа, нормально. Мне кажется, последний уровень. А в смысле уже плотина? Давайте, короче, две в одной напишем.
Там тупо разговор. Я, мне, блин, его таймер поставить. Типа, мне кажется, это даже 10 минут не докатывает. Так, 6-й уровень, плотина. Школьный вестник. Рассеянные учителя и ежедневным заданием этими заботами Линда не ограничивается. Сонный город Йорвик захлебнется в миллионах литрах воды, если она еще его не спасет. На старой Йорвирской плотине все тихо. Мешкать нельзя. Ее и метеоры ждут суровые испытания. Скоро должна взорваться бомба, которая сотрет с лица земли все, что Линда видела в своей жизни, и обратит отчет. Типа, на картинке видела красиво небо. Туман, вода, плотина. Не знаю, мне... Это, конечно, прикольно, когда вот, типа, графика расторчечена. Типа, в последних играх, конечно, там просто, типа, в реальности ходишь. Но вот такая графика, она прям какая-то душевная, как будто с душой сделана. Типа, ты видишь, что люди старались сделать. Мучились, бались, но старались. Вот я и пришла. Надо как можно скорее найти бомбу. Забраться на плотину непросто. Нужно метеор, чтобы преодолеть препятствия, которые встретятся на меня на пути. Да. Надо действовать очень осторожно. Я хочу скорее назад, в конюшню. Ужасно проголодался. Ха, ты всегда хочешь есть, метеор. Прекрати думать желудком и сосредоточься на главном. Здесь нам надо шевелить мозгами, ведь будущее Йорвика в наших руках. Ну, в моих руках и в твоих копытах. Почему не озвучили, интересно? Если кто такую плотину вообще строит, господи? Вот первый привес. Надо перебраться через этот канал. Биржа следует туда-сюда. Если ступать на них очень осторожно, вполне можно перейти на тот берег. Линда, у тебя есть поводья. Управляй мной очень осторожно. Я тебя доверяю, но если ты погонишь меня слишком быстро, я просто остановлюсь. Здесь будет много опасных мест, так что нужна внимательность. Мы так не успеем дойти. Успеем, да. Тихо. Все нормально. Мы успеем. Мы сможем. Не с первого раза, но сможем. Что, будем рисковать идти? Бля, это было близко. Да, мы сейчас будем рисковать ради одной звездочки. Да, я хочу собрать эту ебаную звездочку. Я не знаю, что она мне даст, но я хочу ее собрать. Вроде не прислоняться даже. Нормально. Тупо на лошади. Грация. Я думаю, грация должна быть у Анны. Я сейчас так сосредоточенно посмотрел на его копыта, такой, типа, я сейчас упал. Блин, тут кони красиво нарисованы. Куда я играла? Что я играла? Вроде он назывался этот. Сара, сказка о единороге. Вон там конь не очень был. Ну, он, конечно, красивый, но не такой красивый, как этот. По строению его. Да, так он странный немного. Но он такой, типа, ох, я конь. Я красивый конь. А какие, кстати, там еще кони были? Не помню. Кони, блядь. А какая-то бумажка лежит. Давай, убей меня. Подожди-ка, что это там? Клочок бумаги на земле? Это обрыв бумаги, и на нем написана цифра, похожая на какой-то код. 0. Кажется, нам очень повезло, если я не ошибаюсь, это код от обезвреживания бомбы. Нужно найти остальные обрывки этого листочка. Вот это да! Тупо такой, типа, мне что-то не хватает. Я не смогу обезвредить бомбу, надо написать на листочке. Вдруг забуду. А что если передвинуть эту машину с краном? Тогда бетонный блок на крючке упадет и ударит по остальным балке. Это могло бы помочь нам. Прямо через стену.
Придумаешь метеор. О, хороший план. Но чтобы его осуществить, нужна удача. Давай разгонимся, толкнем машину и посмотрим, что будет. Давай, тут как раз место для тебя, чтобы ты разогнался. Да? Метеор. Скаки. Давай. Что это сейчас было? Это было по всем незаконам физики. Такого не бывает. Я не верю. Вроде это была последняя часть. Типа я помню то, что... Ну не часть, а хотя бы этот. Тебе нормально? Не тяжело? Ой, еще один клочок. Ой. Ну, короче, кнопка там. Вообще ничего нет. Так, мы собрали код из кода. Да, эта штука сейчас еще и будет. Нет, не будет. Спасибо. Спасибо. Так, пошли быстрее. Но не быстрее. Пишить незачем. Всего лишь ты ёрлик оказался под водой. Йорлик остров. Город на острове в небе. Иго-го! Спешиться? Вау! Я сейчас узнаю новые слова. Остановись. Да я не могу спешиться с тебя. А звездочку было. Да-да, я все вижу. Кстати, что у нас насчет стримов? Я их там провожу? Ну, Юрза, как я буду часто выкладывать эти ролики? Я даже не знаю, что. Я тупо сейчас записываю, короче, все видео подряд. И, типа, когда я это провожу, типа, выкладывать буду, я не знаю. Будем надеяться на лучшее. Типа, ну у меня, алло, у меня уже готово материал будет. Почему я не могу выкладывать это? Нужно еще... Интересно, есть ли? Типа, я сейчас сижу, у меня там ничего нету, я тупо видео записываю, такой, типа, надо потом будет обработать. Надо, да. По лестнице всегда так медленно ходит. Правильно, кот. Что? Кот? Правильный конь. Метеор, ты сможешь перепрыгнуть через это изгородье. Как скажешь, Линда. Только сразу после приземления надо будет полностью остановиться. Ну да, иначе мы свалимся с лестницы и больше больно ушибемся. В смысле, умрем? Стой, надо вон скидку сюда. Не то, что девушки, которых скачут по этим. По лестнице. Да садись давай. И разогнул, разгон. Разогон. И вьюх. Тихо-т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 ихо. Ну, почти остановились. Нормально. Пошли чуть-чуть побыстрее. Или нет, да, ты по лестнице не будешь так быстро скакать. Скагун. Нормально, все, мы собрали код. Теперь мы во власти, у нас целая плотина. Надо шантажировать мистера Сэндвича. Типа, у меня есть код. Я могу эту бомбу поставить у вас в доме. Вы не против? Как это будет смотреться? Тупо взорвём дом сэндвича. Убили сэндвича, нет проблем. А вдруг на его место кто-то другой встанет? Кто-то, как кто-то такой, кто тоже 70 лет живет. Например, Герман. Мы же не знаем, сколько он живет. Сколько, кстати, Кане в лес? И типа, а вдруг они этот... Я слышу бомбу, я слышу тик, тик, тик. Да, быстрее. Быстрее. Тык-тык, тык-тык, тык-тык. Что ты делаешь? Музыка началась. Блин, немного... Что? Блин, я только сейчас заметил, что у нее подок. Господи, такие страшные звуки. У нее поводок, короче, по волосам прицеплен. Слишком странно. Мне кажется, он должен в другую сторону идти. О, нет, смотри, как далеко теперь надо прыгнуть. Ого, действительно далеко.
Я знаю, Метеор, но ты прыгнешь лучше всех лошадей на свете. Ты меня не разочаруешь. Ну, конечно, но если получится, ты понимаешь, мы пойдем, а там глубоко разобьемся насмерть. И ты так не пообедаешь, да? Какой же это пессимист? Не подведи меня и весь Йорды. Главное разогнаться и выбрать правильный момент. Вместе. У нас все получится. Мы перепрыгнем. Вперед! За Йорбик! За слово. Так, я тут не фанат мечей, окей? Тут можно сохраниться, нет? Я только загрузить его. Ну, короче. Если мы уходим, я... Зачем я ушла в меню? Мы с тобой молодцы. Не, что за страшное? Какой тут бомба спрятана? Вот она, бомба. Наконец, теперь разобрали. Так, блин, давайте, чё болтаете? Там надо бомбу разблокировать. А ты почему-то болтаете? Что такие мини? Так, теперь самое сложное. Я, конечно, постараюсь не сейчас идти, вот так, и он взорвёт через 3 секунды. Ангельская пища. Отлично, Боба, я безвечный. Фантастика, я так рад, что у тебя получилось. Иначе сегодня я остался бы без обеда. Ты когда-нибудь думаешь о ком, о чем-то, кроме еды? Ну ладно, поехали, конечно. Я что-нибудь поищу. Уф, чуть не опоздали. Ебать, тут я понимаю, это шоу. Это... Мы ушли. Господи, вот это я понимаю, серия. Сколько она вышла, наверное, долго? Сколько времени? Да, она очень долго вышла. Она где-то, наверное, займет несколько... 20 минут точно есть. Но это две серии, ну там чисто тупо, типа, четвертая. Какая там, тупо с белкой поговорил. Нормально. Кто за белка? Чё за белка? Кто она? Куда она? В смысле? Чё там ничего не объяснили? Может, потом как-нибудь объяснят? Может, какие-то существа Пандоры? Страшно. Не страшно, а любопытно. Обожаю вот именно последний уровень за Линду. Обожаю просто. Типа, мне нравится. Мне зашло. Ладно, ну, чё, блин, я не знаю, как это. У меня слишком много эмоций, типа, бля, мы только что прошли эту серию. В смысле, мы уже закончили Линду, алё. Сколько? Меньше часа прошло, я сижу, записываю это всё. Ладно, давайте заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем до встречи. А с вами был Хитрый Енот, всем до встречи и пока. Oh,